делаю ремонт у себя на кухне. И зашли со Стефани посмотреть красивые атрибуты синего цвета под нашу мебель кухонную. И увидели здесь бисквитный фарфор от Кайзер. Но цен почему-то нигде не стоит. Но думаю, что это не дешевое удовольствие. Кстати, как мыльницу можно использовать, ракушку такую. Это вот как земной шар, видите? А это светильник, как литофания, наверное, видите? Да. Светильник, кстати, очень хорошая идея. Это маленькая. И вот эти вазы мне очень понравились. Смотрите, какие они интересные. Это все бисквитный фарфор. Они большие, новые. А вот здесь, смотрю, еще. Вот, ты уверен? Вот, это же тебе. Мы со Стефани определяем, что освежитель для комнаты. Вот смотрите, какой. Такая интересная ваза. Интересный тоже этот лук. Здесь что? Вот стекло нас не интересует. Оно, посуду я, конечно, да, она очень подходит по цвету. Вот наша кухня будет вот такого темного синего цвета. Но мне не нравится. В том плане, что она может быть красива, но они очень тяжелые. И это керамика. Конечно, я буду использовать фарфор. А вот эта тема мне очень нравится. Такая, знаете, похожа на азиатскую. Очень красиво, да? Угу. И к нашей подходит кухня она. Желтенькая. Одна тарелка стоит 15 евро. 15. Но она красивая. А это для чего? Для соли? Это для... Нет, не для соли. Это вот соус. Да, вот смотрите, какая прелесть тоже. Ну вот это нам очень понравилось, Стеша. Желтым нам не подойдет. Ну, хотя, может быть, акцентно было бы даже. Ну, оно с одной так, с этим цветом. Вот это даже мне больше. Где? Ну, одна для нашей кухни. В принципе, желтые. На обоих есть что-то у нас желтое? На. А сейчас посмотрю, да. Смотри-ка, вот это красивое тоже желтое. Да. Вот эти тарелки, конечно. Очень интересно. Сейчас посмотрю, я фотографирую. Но по мне, вот у нас, мне кажется, больше синей бирюзы. Потому что у нас кухня будет соединяться с комнатой, где мы едим. Сейчас Стефани посмотрит. Вот. Нет, не будет. Нет, не подходит. А вот это подошло бы хорошо. Вот это было бы? Да. А вот, пожалуйста, набор тарелок по 6 стоит... 170 евро. Это что у нас за мануфактура? Кала. Видите? А вот и Розенталь. Видите, какой сейчас делают? Цветной, современный хрусталь. О, вот эти стаканы тоже все отлично.
но они разноцветные. А, ну они, да, они все. Скидка была 18,07. В смысле, одна штука. Но она еще, видишь? Да, она, видите, из дерева, она треснула, лопнула. Видите, эмаль тоже внутри. Ее уценили. Но. Кися. Угу. Вот, кстати, Нахтман, смотрите, современный Нахтман. Один бокал стоит 30 евро. Это Нахтман. Кстати, да, она нам вот это вот подойдет. Она без этой продается. Нет, она вместе с ней. А, все вместе? Вот это тоже ничего. Так, кстати, тоже ничего, как светильники. Ладно, видите? Нет, не показала. Это Леонардо, это достаточно дорогое стекло. Но почему-то, может быть, не знают его. Оно как-то, я сколько не предлагала, по очень такой низкой цене, и оно не продавалось. А вот это вот наш Essen Zimmer. Вот они, ребятишки. Элефантики. Вот видите, Леонардо? Шикарное стекло. Ну а вот полотенчики нашего цвета на кухню надо. Ну, они, наверное, для кухни очень плотные. Это для умывания. Вот такого цвета нам надо. От освещения, представляете, идет мерцание. Это такая не рождественская, господи, пасхальная тема. Меня еще интересуют вот эти вот. Хотя я надеялась, конечно, чтобы я прям много увижу чего-то подходящий для моей кухни, но пока ничего. Всякие баночки. Мы, конечно, присмотрели себе, но у нас будет еще поездка в Икею, посмотреть разные интересные боксы, всякие штучки интересные. Кстати, масленка мне очень нравится, вот такая металлическая. Наши. Цена 30 евро одна вот маленькая. По цвету она бы мне подошла. Акцентная, знаете, она такая, цвет искажает немножко. Но она бы подошла. Вот, 75 евро. Как же я люблю тут всякие по хозяйству. Вот эти подушечки, сплошная милота, боже мой. Мы просто будем выбирать еще себе стулья. Ну вот, примерно вот что-то вот между вот такой либо такой цвет. Я повторяю, что у вас камера искажает. Я сейчас смотрю, и камера искажает.
возможно, будет ротанговый диванчик, и, возможно, вот эти подушечки нам подойдут. Еще вам покажу вот эту коллекцию от Розенталь. Помните, я показывала кошечки разные. Кружка такая обычная кружка. Стоит 27,50. И наверху чайник с подогревом. Смотрите, какая прелесть. А здесь чайник и кружка. Это Гёбель. Гёбель – это достаточно дорогая фирма, и ну вот цен я не вижу. Вот бокал стоит 15 евро. Коробочки какие-то. А? Вот здесь что нашла. Пасочки. Хочешь, возьму тебе? Вот я смотрю, у нас просто подсвечку купить. О, какой красивый поднос. Да. Сколько он стоит от Гёбеля-то? Он стоит 35. Стеша, видите, она у меня любитель искусства. Вот она оценила этот поднос. Там много, там, знаешь, тоже красивые такие подносики есть. Нам сколько, парочку нужно взять, Стеша? Да, думаю, парочку. Давай, надо выбрать. У нас где-то... А что такое? Вот. Такая 30. Стоит 100 евро, да. Посмотрите, какие вазы. Такая. Да, я видела. Так, ну все, здесь все. Тебе... Теперь посмотрите, пасочки какие. Прям хочется украшать все. Такие фарточки разные. Наклейки, мешочки детям для подарков. Свечки. А детям подарки. Ой, Стешенька, для пряжи, я думаю, сама купим, она будет лежать время у меня совсем. Лучше предлагаю купить себе похожий свитер. Хочешь, сейчас все равно зайдем туда. Я пообещала ребенку, друзья, связать свитер, который она хочет. Да нет, так не то, что я уже хотела от тебя. Да, но она хочет именно от меня. А у меня вот такая запарка, вы даже не представляете. Просто не представляете, какая у меня запарка по работе. Я боюсь, что мы купим штаф. Это, кстати, дорогая. Штаф, да. Это очень вот эта вот фирма, ну, штаф. Да, 43 евро. Вот эта маленькая, видите, она стоит 43 евро. А это 100. Вот. Вот такой 100 евро стоит. Это просто очень дорогая фабрика. Штайф. И, конечно, это дорого очень. У нас есть немного Боже, это мой рай был бы лет 10 назад. Сеша говорит, это был мой рай 10 лет назад. Ну вот так, как-то так. Снимаю все подряд, может быть, вам интересно. Видите, и одежда для кукол. Ну, даже в моем детстве куклы были красивее.